А сколько вашей дочери лет? Моей 12, обучение по 3D идет с трудом. Моей дочери 13, да? 14. Это папа, как обычно. 14 лет, но я вам расскажу историю одну. Значит, прошлым летом мне надо было уехать в командировку на 2 недели. Я говорю, ну так, давайте, я, короче, буду... А у меня магазин с 3D-печатными моделями. У меня тут стоит 3 принтера, и все печатают так, прям за спиной. Если полистаете мои ранние видосы, вот эту картинку, то, что вы сейчас видите, вы увидите ее давным-давно. И за мной стоит 3-4 принтера. Я говорю, так, я закрываю, короче, магазин, потому что некому будет печатать. Еду в командировку, приеду, ну, потом открою. Ну, как-то так, что-то надо делать. В итоге дочь такая, а это ж лето, каникулы. Дочь такая говорит, нет, не закрывай, давай я останусь и буду играть в магазин. Я говорю, хорошо. Говорю, смотри, давай так. Все, что уторгуешь в магазине, а там у меня пром, все там потихоньку, все, что уторгуешь в магазине, все твое. Ну, такие глаза по 5 копеек. Говорит, давай, я буду разбираться. И, в общем, это ей было, получается, 13 лет, да, 13 лет. Она такая, все, я буду играть в магазин. Я уезжаю на 2 недели в Киев. Дочь остается не без того, да, что она там звонила мне и говорила, папа, что-то там не получается. Мне заказали какое-то крепление для Старлинка, оно отлипает, давай что-то... Мне приходилось вечерами там, конечно, подсоединяться, говорить, так, вот это наладь, эту температуру выставь такую, тут побрызгай, тут это неправильную температуру. Но, в принципе, она со всей этой задачей справилась, она тут полностью 3 принтера обслуживала. Были моменты, когда сложно было, она не успевала, но она полностью все закрыла и абсолютно нормально, счастливая, довольная, заработала за 2 недели 10 тысяч гривен. Такая.